Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео готовим невероятно вкусный шоколадный брауни. Рецепт палео, вегетарианский, без глютена, а также подойдет на низкоуглеводной диете. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, ингредиенты. Нам понадобится 1 спелый банан, 3 четвертых стакана миндальной муки, 1 четвертая стакана натурального какао-порошка, полстакана кунжутной пасты тахини или любой ореховой пасты, полстакана кокосового сахара, 2 столовые ложки перемолотых льняных семян, 1 чайная ложка ванильного экстракта, пол чайной ложки соды, щепотка соли гималайской, 40 грамм горького шоколада, у меня 72% какао. Для начала заливаем перемолотые льняные семена 5 столовыми ложками воды и оставляем на 5 минут. Разминаем банан вилкой и добавляем к нему ванильный экстракт, кокосовый сахар, кунжутную пасту и льняные семена, замоченные в воде. Перемешиваем до образования однородной массы. В другую миску отправляем миндальную муку, какао-порошок, щепотку соли и соду. Перемешиваем. Вливаем сюда жидкую массу и еще раз все хорошо перемешиваем. Измельчаем шоколад и добавляем к нашей шоколадной массе. Все перемешиваем и выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой. Я люблю вовлекать в процесс приготовления блюд мою дочку. Больше всего ей, конечно, нравится помогать с выпечкой десертов, особенно шоколадных. Отправляем массу в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 20-25 минут. Брауни готовы. Даем им полностью остыть перед употреблением. Я люблю такой шоколадный десерт со свежими ягодами. Спасибо за просмотр и приятного вам чаепития. Не забывайте ставить лайк, если видео вам понравилось. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Всем пока!